Сегодня разрешился последний скандал вокруг лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Завершился он ничем. Комитет Российской Госдумы по этике постановил, что оскорбивший беременную женщину депутат погорячился. Речь идет об инциденте, который случился на прошлой неделе. Как мы уже рассказывали, отвечая на безобидный вопрос о санкциях против Украины, глава ЛДПР набросился с оскорблениями на девушку-журналистку в положении. Он кричал и про бешенство матки, и про необходимость запретить работать беременным, а после приказал своим помощникам изнасиловать журналистку, зачем-то сопровождая это криками «Христос воскресе!». Коллеги Жириновского по Госдуме, члены комитета по этике, не нашли в этом серьезного повода для привлечения к ответственности. Они постановили, что политик должен публично извиниться, и тогда инцидент можно считать исчерпанным. Хотя ранее многие руководители Думы рекомендовали журналистке обратиться в суд. Репортеры грозили объявить бойкот, а глава Совета по правам человека даже просил Генпрокуратуру завести уголовное дело. Но теперь перспективы каких-то юридических последствий выглядят туманными.